гимнастика для мышц ног на природе, летом. Садимся на скамейку, колени в стороны. Ступни соединить. Поближе к себе подвиньте. Таким образом. В конце скамейки садиться назад нельзя. Позади у вас должна остаться часть скамейки. Обязательно, чтобы вам было об что опираться, чувствовать об что вы. Потому что вы будете чуть наклоняться при упражнении. Голову поднимите вверх, чтобы осанка сохранялась. Это поможет осанку оставить в нужном положении. Руки на колени. 12 раз прижимаем их к скамейке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Правая нога выпрямлена. Левую ногу назад, в сторону. Наклоняемся к правой ноге. Пониже. Осанку держим. Вверх. Прогибаемся. Наклоняемся вперед. Пониже. Вверх. Прогибаемся. Вместе с руками. Два. Опираясь так, чтобы вы могли чуть-чуть приподняться. Если вы можете, упражнение можно начинать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Становимся на колени, ладони под плечами, носочки прямо, правую ногу вверх, колено выпрямлено, в стороны подальше. Два, три. Не забывайте про носочки, он натянут. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Меняем ногу. Левую ногу. Нога натянута, колено не сгибаем. Повыше. Раз, два, три, четыре. Назад подальше, правую ногу повыше вверх. И она указывается сзади левой. И обратно, так же самое. Два. Три. Повыше ногу. Четыре. Пять. Шесть.
7 8 9 10. Левая нога впереди, руки вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.